Салют, друзья! С вами канал Татар Гейм. Сегодня мы опять будем с вами выживать в Last Island of Survival. Давайте посмотрим, что у нас тут новенького появилось. В общем, видео я решил снять такое интересное, в принципе. Так, никто не пострадал у нас. Давайте посмотрим, на первый-второй рассчитаемся. Так, знаете, что я еще хотел? Немножечко эффектов. Звук эффекта, потому что я сегодня что-то видео пересматривал. Громковато получается. Но если я погромче сделаю, ну там у вас, короче, это никак не меняется. В общем, сегодня у нас интересный на самом деле ролик будет. Ну, у меня была идея, да, там шипы, какую-нибудь ловушечку сделать для каких-нибудь людей, да, которые рейдят в основном. Вот. И в принципе посмотрел я немножечко видюшек, да, понял концепцию, как можно сделать, да, и просто ловушки, и дом ловушка. Но опять же, да, я только концепцию взял, я не стал копировать дома, которые, да, там другие ютуберы, да, там делают. То есть я построил свой дом, но это чисто такой тестовый, да, тестовый домик, в общем, сейчас сделал. И мы его, естественно, сейчас пойдем смотреть. Кстати, хочу еще похвастаться, смотрите, что у меня есть. Сейчас вы просто очумеете. У меня здесь, кстати, гараж появился, да? Понимаете, о чем я? Короче, обшил первый этаж практически полностью, да, вот этой типа продвинутой там железякой, не обычной, да, вот как сверху, а уже четвертая, в общем, у нас четвертый уровень стены. Смотрите, что есть, просто байк. Байк вот так вот открываем и вылетаем. Но я, короче, что так решил сделать, типа это, смотрели Бэтмен, как он там, да, там на своем Бэтмобиле, либо на своем байке вылетал из своей пещеры. В общем, меня вот такая же идея посетила. Ну, отсюда реально заезжать удобно, а разворачиваться там, ну, не вариант, да. Больше гараж делать тоже не вариант. И, в общем, вот такая у нас теперь штука есть, да, мотоцикл. То есть я хотел тачку свистнуть, но... Как оказалось, там, где я думал, что челики с тачкой находятся, вот здесь вот, да, они там рейдили. Вот, то есть вот как и в прошлом видео, да, мы смотрели, как рейдили нашего соседа. В принципе, там же они также все это и проворачивали. Либо же они просто переехали. Кстати, вот там вот мой дом-ловушка, мы сейчас туда и пойдем, только я хочу скинуть барахлишко. Также... вымутил себе, забыл, как называется, сейчас мы посмотрим. Это на автомате. А, пламегаситель. По-моему, да, пламегаситель. Или компенсатор. А, да, пламегаситель. Но лучше, конечно, компенсатор. Компенсатор лучше, да, он компенсирует отдачу, а пламегаз, ну, просто, типа, ну, не видят, откуда стрелять. Блин, ну, это же не винтовка, да, какая-то снайперская. Чтобы, да, там соперник не понимал, откуда по нему стреляют. Это ППшка, это ближний бой, в принципе. Ну, средний, ближний. Дальний не вариант вообще рассматривать. Так, ну ладно. Меньше лирики, да, больше действий. Сейчас мы скидываем броню. Потому что мне в случае чего жалко ее будет просто так дарить кому-то. Так, мы ее вот сюда сложим сейчас. Технично. Ну вот подкоцалась, да, подкоцалась уже. Так, естественно, мы автомат тоже скидываем. Точнее, ПП-шку нашу. Вот это мы тоже скидываем. А, уже не влазит, да. Блин, давайте, наверное, вот эти пистолетики мы заберем. На каких они, кстати, патронах, кто-нибудь знает? Так, боекомплект, устойчивость, урон. А, 9 миллиметров. Мы, в принципе, можем потрошки взять. Ну, не так много. И взять с собой пестики. Вдруг там, мало ли. Я, конечно,
Ну, не думаю, что у нас там кто-то рейдить будет, но все же. Так, возьмем 57 патронов, сотку оставим, скинем, да? А, пилюли тоже оставим. Ну, в принципе, все остальное... А, ну давайте вот тесачок мне жалко терять, если что. Топорик оставим, да? Короче, сразу говорю, да, допустим, на случай... В принципе, я и у других, да, видео смотрел, да, типа дома, ловушки, ловушки... Это ресурсы затрачиваемы просто максимально на 100%. То есть это там не 2000 дерева, да, там и 1500 камня, допустим, а это прям реально дофига надо ресурсов. Вот. Честно, ну это как бы тестовый вариант, мы потом, я думаю, если как бы понравится, да, такой формат видео, мы, естественно, продолжим. Ну, в любом случае, еще один тестовый я сделаю. Вот, поэтому, если нравится такой формат, да, естественно, ставь лайкос. Ну, если не подписан, подписывайся, естественно. Короче, пуля такая. Так. Я построил эту фигню. О, 9-миллиметровые. Построил вот эту фигню, но, если честно, сикось-накось. Ну, такая она, да, непонятненькая. Что за... Хотел сделать, типа, максимально, что, типа, тут зарейдили. Вот. Ну, не знаю, получилось или нет. Похоже, что зарейдили дом. То есть, вот двери все открыты, прикиньте. Все открыты, все двери открыты. Прям реально. Вот. Короче, здесь у нас получается 4 ловушки. Ну, я немножечко, конечно, перестарался, да. Все ловушки заточены на шипы. Вот. Но, в принципе, можно пару ловушек здесь и как бы убрать шипы. Они там ни к чему. Вот, допустим, вот здесь вот можно убрать шипы, да. То есть вот это вот замануха, да, 5 ящичков, типа там верстачок. Но, если честно, лучше сундуки прям конкретные вот эти вот ставить, металлические. Так, давайте попробуем пробежать по бортику. О, не получилось. Ой, больно. Вот у нас здесь еще вот такая штука есть. Короче, если вдруг кто-то по бортикам решит пробежаться, и типа я такой, короче, молодец, я... О, блин. Короче, сам на своих же этих. Не продумал я еще один ход. Короче, это единственный вход сюда. Ну, либо стены ломать. А что-то я не хочу ломать стены. Так, давайте быстренько умрем. Воскрешение. То есть это у нас первый вход, да? Я... Так, стоять, что такое? Тут вот аккуратненько надо. Я вот здесь вот сбоку, по вот этой стороне не ставил шипы. Ну, то есть я вот здесь вот еще деревяшки поставил. В принципе, шипы можно просто на землю ложить. Для такого дома, естественно, лучше ровную поверхность. Так вот, можно просто шипы поставить и все. То есть вот эти деревяшки вообще не нужны будут. Но можно здесь шипы и не ставить. На самом деле просто турельку оставить и все. То есть здесь человеку деваться некуда. Здесь две двери, они залочены. То есть, ну, вряд ли кто-то... будет там в прыжках, короче, уворачиваться от турельки и пробовать подобрать пароль. В общем, здесь у человека будет очень мало шансов на выживание. Поэтому вот такая вот одна есть штуковина у нас, да? Так, давайте сейчас обратно оденемся. Ну, в ящиках ничего. Ну, для понта сюда еще можно что-нибудь положить реально. Прям... Ну, реально, да, вот сундук можно металлически поставить, и что, ну, не ставить на него замок, и люди будут думать, о, нифига, типа, я сейчас это, тут, видимо, не долутали. Что-то, наверное, 100% оставили, да, в 5 ящиках же по-любому что-то могло остаться. Вот. А тут и турелька. В общем, ну, как бы такой вариант двойной ловушки. Так, с этой мы разобрались, да, открыть. Вот. Естественно, две двери ставить, это в любом случае их надо лочить, иначе реально человек может каким-то чудесным образом уворачиваться от турельки и вылезти.
Поэтому, ну да, там реально там еще и по бортику можно пробежать, я сегодня пробовал. Так, естественно, да, шкафчик спальник, да, можно, точнее, не можно, а нужно ныкать, да, прям капитально обстраивать, да, это все. Тут как бы еще, по идее, металлом лучше всего, но я уже не стал сильно заморачиваться, так как это тестовый вариант. И еще такой, да, прикол, что сегодня, в принципе, здесь оживленное место, на самом деле, харбор. Вот здесь вот у меня два челика живут. Вот один вот здесь, другой здесь. Потом, прикиньте, да, у меня получается еще здесь дом огромный, да, там клан, скорее всего. Так, ну здесь выше я один. Ну, по крайней мере, вот до сюда. И здесь за горой тоже никого нету. Соседа выгнали. То есть, ну, в любом случае, да, вот эти вот три компашки, ну, вряд ли там сольники играют. Три компашки в любом случае ходят в харбор. И они ни разу не заходили. Ну, мы тут с одним, конечно, пофайтились немножечко. Но, видимо, он понял, что, короче, ну, это не просто дом зарейженный, да. Немножечко я еще не умею, да, строить прям такие дома, чтобы выглядело как зарейженные. Так, здесь понятно, да. Естественно, ставим, чтобы по лестницам не могли подняться. Вот сзади, то есть у меня вот здесь шкаф. Здесь буферка. Ее, естественно, лучше тоже как бы в камень. Ну, еще лучше было бы и в металл ее зафигачить. Так, то есть это у нас один вход, да? Их четыре, прикиньте. То есть вот здесь вот тоже, да, вариант, в принципе, лесенку поставить. Но что они дальше будут делать? То есть тут тоже, в принципе, без шансов. Можно это еще подзакрыть, допустим, полустенками. Ну, как вариант. Короче, ну, мыслей очень много, на самом деле, я уже так это проектов накидал, короче. Вот. Осталось только все это воплотить в жизнь, поэтому, если тебе нравится, естественно, я буду придумывать какие-то дома, реально, да, какие-то фишечки буду снимать, смотреть. Ну, я еще раз говорю, да, воровать я чужие дома не стал, я просто решил свой попробовать построить. В принципе, как бы уже и да, есть некоторые наработки, как что лучше делать. Ну, здесь это реально просто как бы такой тест-вариант. Так, далее, вот здесь у нас тоже, да, с шипами, естественно, ящички сверху. Ну, опять же, да, замануха. Можно просто поставить сундук какой-нибудь. Ну, я не знаю, вообще вариант дотянуться, нет? Нет, не вариант. Не пробовал, я просто на Верочку поставил эти сундучки. Вот, и все, и здесь шипы. Еще вариант, то есть вот здесь под полом, там есть ниша, можно туда тоже турельку поставить. Также, допустим, убрать шипы, вниз турельку, и вот эту вот нижний фундамент тоже убираешь, и все, то есть он не допрыгнет, даже если сильно захочет. Ну, турелька в любом случае ему не даст это сделать. Так, типа здесь лесенка, типа с понтом здесь уже рейдили, да, и лесенку поставили. Вот. Но здесь у нас также шипы и еще капканы, три штуки. Вот. Опять же, да, вот сундучок стоит, человечку 100% захочется туда добраться. В общем, один здесь был, мы немножечко пофайтились. Мне так хотелось, чтобы он в дом каким-либо образом зашел, но он вот чисто вот так вот покрутился, покрутился, к лестнице подошел, а мне его почему-то как-то не видно было сбоку. Ну, я особо не подходил, потому что у меня не было огнестрела. Что бы я там с топориком бы, ничего бы не сделал. Короче, он буквально вот так вот поднялся, наверное, увидел, что здесь. Вот. Просек, короче, мою фишку. Надо как-то это все дело получше прятать. Так, ну вот, получается, то есть мы три входа посмотрели. Ну, я такой, как бы, я просто сразу же решил несколько вариантов сделать и посмотреть, как это, в принципе, будет выглядеть. Вот мы, в принципе, с вами сейчас и смотрим, да? Вот, здесь тоже у нас получается такой же пол. Опять же, здесь ниши, можно также турельку поставить, пол убрать. Оставить шипы можно. Можно убрать шипы, то есть, чтобы вам сюда можно было заходить.
Но если пол убираешь, до лестницы не допрыгнешь. Ну и опять же, да, то есть человек сюда запрыгивает, если пола нету, он уже обратно не запрыгнет, плюс турелька. Можно даже турельку не ставить, он тупо уже отсюда не выберется. А, допустим, если у вас какое-то там уведомление есть, вы, допустим, где-то, ну, домик у вас недалеко, как в моем случае, да, здесь, ну, 2 минуты до дома бежать. А, естественно, он будет кулачками, либо топориком бить по стенкам, пробовать разбить. Естественно, вам вот сюда вот уведомление падает, что типа вас рейдят, и все. И, короче, вы сюда прибегаете, естественно, по щам наваливаете максимально и, ну, забираете лут. Так вот, здесь, в принципе, место оживленное, потому что здесь харбор, здесь можно, да, как синюю, так и фиолетовую карточку использовать. Опять же, здесь 3 компашки, может, еще о ком-то я здесь не знаю. И, короче, вот эти люди видят этот дом, и они ничего с ним не делают. Прикол в том, да, то, что вот так вот понастроить, просто заныкать там лутецкий, никто даже не додумается сюда зайти, реально. Потому что, во-первых, да, они увидят вот эту всю штуку, потом вот сюда заходят такие опачки, интересненько, да, как. Потом, нет, подождите-ка, типа, здесь должен быть лут, такие, оп, так, ну нафиг. Такие, типа, не, пойдем мы отсюда нафиг. Давайте попробуем, типа, с другого хода. Такие, вуаля. Нифига. Короче, там, если даже на лестницу вы запрыгнете, на ту сторону перебираетесь, там опять шипы. Короче, ловушка на ловушке. И я не знаю, вот дом уже целый день. Ну как целый день? Часов 12 он точно уже стоит. Не, не 12, я вру, да? В общем, где-то в обед я его замутил. Ну, буферки я уже позже ставил. Основу я выстроил здесь. Ну, то, что вот основа, это вот в камне, да? Буферку я потом, сверху я потом. Вот эти вот треугольнички я тоже позже сюда заколхозил. Вот. Но основу я буквально, ну, где-то минут за 30, за 40 выстроил. Опять же, повторяюсь, да, очень, просто очень много нужно ресурсов. Поэтому, если что, имейте в виду. Вот здесь, кстати, тоже, да, типа такой прикол. Челик такой. Ага, я сейчас тут поднимусь. Кстати, можно подняться реально? Сейчас посмотрим. А тут его же ожидает, опять же, сюрприз. Ну и вот вам захочется такой дом рейдить, а? Не знаю, у меня бы все желание отпало. Да, начнешь взрывать там. Но, да, потратив взрывчатку и видя, да, что здесь много ловушек, непонятно, будет ли там лут. И просто так взрывчатку тратить. А я, допустим, ну ладно, разобрали они эту мне всю фигню. Весь мой колхоз вот этот вот. Ну ладно, что, я пришел за полчаса, еще один такой состряпал. Ну, реально, да? Здесь как бы с железной рудой не очень, но камней и леса здесь вообще полно. Вот. Вот такие пироги. Как тебе вообще дом? Если тебе понравилась и сама идея, да, ловушек, естественно, я буду думать об этом. Как бы я уже, я до этого тоже думал. Но я вот буквально пару дней назад, да? Ой, пару дней назад. День назад, наверное, смотрел видео, да? Мне просто интересно было, есть ли такие видюшки. И, в общем, довольно-таки много, да, таких видео. И все, то есть я концепт понял, как что. Потому что, ну, реально, да, я вот не знал, что можно, допустим, на землю эти шипы, как бы, в доме убирать фундамент и так далее. Ну, просто как бы еще не успел, да, что я, реально, я неделю играю в эту игру, поэтому нужно немножечко, конечно, я вот посматриваю видео, чтобы понять, что да как. Блин, вертик, видите, здесь еще плюс постоянно дропы, да, сегодня сюда один дроп падал. Здесь уже, по-моему, третий раз за сегодня вертолет, в общем,
Здесь либо это сервер такой, я не знаю. Мы, конечно, после перезагрузки, я не знаю, хочу попробовать, может, на какой-то другой, поинтереснее сервер. Это кто? Это что такое? Опять наркоманы лес рубят. О, нифига себе, они что начали это? Вы видели? Боты начали сдачу давать? Нифига себе, может это даже и не бот? Смотрите, ну турелечка еще одна, да? У меня, кстати... Ну ладно, это мы, в принципе, потом в дом. Ну понятно, да, то есть можно и делать, да, ловушки и с турельками. Можно просто убирать, делать ловушку, что там человек, в принципе, не может выбраться без шипов, без турелек. Можно просто с шипами заколхозить. То есть, блин, реально, на самом деле, вариаций очень много. Мы, естественно, будем разбирать. У меня еще такой вот вопрос. У меня, допустим, вот есть кнопка, она может что-то активировать? То есть там же есть, допустим, такая панель давления, да, то есть, представляете, допустим, вы в дом заходите, дверь открытая, вы вот тут вот панельку случайно нажали, а там под панелькой кнопка, она активирует, допустим, вы идете дальше, а тут бабах просто. Ну, прикольно же. Понятное дело, конечно, это потом все заново выстраивать, но прикольно же. Причем, раз, допустим, такой бежишь, челика забайтил на себя, и бежишь, бежишь. Блин, ну тут тоже, кстати, можно самому на кнопку наступить случайно. Вот, поэтому... Ну, в общем, можно, в принципе, что-нибудь, я думаю, придумать. Просто надо разобраться. Потому что у меня эти кнопки не изучены, ничего не изучено, я не знаю, как это работает. Вот, допустим, да, как она называется правильно? При размещении на стене, да, рубильник может включить и отключить электрическую цепь. А, вон оно как работает. Не, ну я видел, там есть и кнопки, и, в общем, все в этом духе. И такая фигня, да, какая-то красная тоже, там разрыв цепи, что-то. Короче, сильно намудрили, надо с этим разбираться, и, соответственно, я думаю, можно прям такие ловушки тут выстраивать. Вот такие дела. В общем, тебе, если понравилось видео, понравился дом ловушка, опять же, не суди строго, это просто тестовый вариант, да, я не спорю, оно убого все выглядит, но зато как бы выглядит типа зарейдили. В общем, если тебе понравилось это видео, ставь лайк, прожимай колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо тебе за просмотр, пока-пока.